Перед вами конструкция 566 бралет. Очень интересная вариация бралета, я бы сказала. Почему? Потому что бралетом его делает декоративный элемент, да, то есть верхнее кружево, которое расположено сверху на основной чашке, которая, собственно говоря, и формирует грудь, создает имитацию бралета. У французов эта чашка может называться шейный платок. Ну, вот какая-то такая имитация, не знаю, у меня с шейным платком не ассоциируется, но тем не менее, имейте в виду, вы это тоже можете использовать, например, в описании этой модели для своих клиентов. Чем мне нравится эта чашка? Во-первых, она точно так же полупоролоновая, да, то есть внутри здесь есть поролон, хлопковая подкладка идет именно к телу. Чем хороша эта конструкция? Эта конструкция хороша тем, что она работает с небольшой и средней полнотой, и с любой формой груди, как с круглой, так и с конусообразной. И будет создавать хорошую округлую форму. Часто девочки с конусообразной грудью иногда переживают, что им может не хватить полноты или не будет их размера, да, и там есть нюансы в подборе размера, потому что, например, в дистанционном подборе конусообразная грудь может давать погрешность в объеме чашки, но профессиональные брафитеры про это знают. Обычно магазины, имейте это в виду, если вам нужно будет пояснение для этого, вы можете потом уточнить у бренда конкретно по размерности этого бралета. Но что хорошо, здесь мы имеем внутреннюю, так скажем, чашечку, которая имеет форму диагонального шва, да, и вертикального шва, так называемая Т-образная чашка, но диагональ все-таки идет к центру на то, чтобы ткани, да, собрать и сформировать красивую форму груди. Элемент, который идет по направлению к бретели, он у нас работает на то, чтобы, ну, скрыть, знаете, так скажем, либо асимметрию, либо уже начинающийся птоз. Мне эта модель нравится в работе с женщинами, например, с широкими грудными клетками и с небольшой грудью, причем с любой, как я уже и сказала, либо и шарообразной, и с конусообразной. Она подойдет на небольшие и средние полноты. Кости здесь невысокие. Сам по себе пояс достаточно стабильный, имеет боковой каркас. Он будет хорошо сидеть, обратите внимание. Да, точно так же состоит из двух элементов, из стабилизирующего части, которая расположена на фронтальной зоне, и спинки, которая из бельевого трикотажа. Обратите внимание на крой леотард. Бретель здесь очень комфортный, мне очень нравится вот эта бретельчика. Обратите потом внимание, да, тактильно ее потрогайте, это важно. Почему? Потому что, например, вот эти края у некоторых брендов, кто менее требовательно отслеживает свои бретели, она здесь очень комфортная. Потому что, например, на средней полноте, то есть девушка с небольшой грудью может этот нюанс не заметить, потому что нет такого серьезного веса у груди. А средняя полнота может уже начать жаловаться, что, например, в стыке с плечами, причем может быть дискомфорт, может врезаться бретелька. Вот здесь как раз-таки такого нюанса не будет. Бретель регулируется по всей длине, это тоже очень хорошо. Застежка на три крючка, что позволит, да, дальше переставляться в процессе носки, продлит жизнь этому бюстгальтеру. Обратите внимание, это хорошая модель, которая 100% должна быть в вашем ассортименте, поскольку будет работать с небольшими полнотами, формировать красивую грудь. И поверьте мне, женщины очень, так скажем, всегда положительно воспринимают рекомендации по этой модели. Она может быть у вас из разных коллекций. Обращайте внимание, что там, где это более классическая модель, у вас внедрена услуга брафитинга, вы можете ее использовать как модель, с которой вы начинаете знакомство клиентки с брафитингом.